Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Погнали, посмотрим, что там Вовчик с Неверлам сняли. Ля какой, смотри, идет крутой такой, думает, что ля, ебать, я классный, бля. А в Японии ходил такой, блядь, sorry, I don't know Japanese language. Давай, блядь, не пизди. Идет, блядь, крутой в очках, нахуй. Нахуй тебе очки под мостом, блядь, потому что солнце даже не видно. Нахуй об очки двоим, блядь. Солнца нету под мостом, боже. О, боже, блядь, это все пиздец. Ой, бля, вот эти ребята, на них я пиздеть не буду. А вот на него буду, и вот этого тоже. Ха-ха, бля, ну шо, все, да? Бля, думают, пиздец, рок-звезды идут. Ребята, давайте тоже особо, давайте тоже потише, колончику JBL поубавь, потому что тут рядом спальный район, на улице, ну там машины, трассы ездят, давай тоже не пиздец. О, понятно. Ричмонд курит, вишневый. Что там было написано? Большой. Надо было просто, ну знаешь, как... Ну... Какой iPod? О. Ну лучше бы не снимал. Ха-ха! Блядь. Ладно, все, я не буду больше стопать. Так, подожди, я не понял. Вовчику руку не пожали. Ля, блядь, цыпки. Это мои все, кстати. Они закончили сниматься в... Это, закончили сниматься в клипе с Вовой и Снаудамом и поехали ко мне домой. Ха-ха, блядь. Кэш, мне нужен очень большой. Очень-очень большой. Охуенно большой. Блядь, просто огромный кэш. Длительный хозяин 4 октав. Секси, слав и лав. Клип пиздатый, мне нравится. Авто из группы Neverlove. Я и слушал, что-то модно, но все смотрю. Ля! Тут еба вокруг все жестко и вдобавок и баса. А, блядь, подумал, что это он. Я поднялся на медали по работе, то, что смог сделать то, что... Не понял, подожди! Показалось. Медали по работе, то, что смог сделать то, что невозможно, брат, спасся сечено. А тебе ты за паразы, то, что принадлежит бабочке. Смотрите и учитесь, блядь, на чё косить бабочки. Делаю меньше, я любой саунд. В конфетку превращаю, я любой... Блядь, с клипом лучше гораздо воспринимается, мне нравится. Мне нравится, с клипом прям хорошо. Прям с клипом красота вообще. Блять, это что Дрейк в клипе забыл? С клипом прям красота, блять. А там Вовчик братишки на инсульт не схватил то, что столько женщин рядом было, а? Что это, блять? Ебать, ты бы, блять, столько в Японию денег взял, нахуй. Пиздец, ходил в Японии, где-то, рассчитывал бюджет и думал, лишь бы, блять, лишнего не потратить. Что ты, блять, все деньги обклеил на себя, нахуй? Лучше бы в Японию их взял. Ладно, еще раз. Не понял, а хуй... Так, не понял, кстати, реально, а хулем слова попадает. И блонд твои тишки, саунд ебёт мой... И, блядь, не по... Это неадекватная хуйня. Он не должен попадать в слова, блядь. Это вообще не канон, чё за бред? Большой, блядь, просто огромный кэш. Падают на пол мои блонд твои тишки, саунд ебёт мой сил, спустит штанишки. Хочешь факт со... Почему, блядь, у меня один вопрос. Почему ты, когда, ну, на словосочетание Мазел спустит штанишки, показал... Штанишки, хочешь... Показал, блядь, на плечи. Мазел спустит штани. Типа, что я ногами у тебя на плечах? Ну, типа, ну, вот так вот прям лежу или что, блядь? Что этот жест значил вообще? Ну ладно. Хочешь факса со мной, чел, это слишком. Знаете, ты герой, в реале мочишь тусишки. Мое бывшее будущее, мои группы, а нынешнее... Бля, у Вовчика, кстати, лицо очень подходит для того, чтобы рэпчик читать. Он типа, у него такое грубоватое ебало. Он прям подходит, чтобы рэпчик читать, реально.
Типа, мне нравится, как Вова в клипе выглядит, круто. Я, типа, клипы, ну, принципиально не снимаю, потому что с моим еблом клипы снимать нельзя. То есть, я нормально выгляжу, когда, допустим, на сцене исполняю. Типа, в таком контексте, да. Но для клипов я вообще, то есть, я для клипов, мое ебло вообще не подходит. Мне нахуй это не нужно. Мне клипы снимать не нужно. Вов просит роспись на бубе. Большой кэш на базе, сука, дай огромный. На крупные цифры я всегда голодный. Хамлю тебе с порога, а вызываю смолость. Слишком много клонов для моих извелось. Я вращаю муду, умной хуелось. В крышку гроба твоего я, сука, сам ржавый гвоздь. Я ворвался в вас, нались не удел. Ха, въебал, блять. Я это тупо беспредел. Подруги будто химия, мне не нужен кликбейт. Смотри, как я в ямы превращаю хейт. Ладно, нет, вот этот момент с пистолетом. Вот этот момент с пистолетом не выглядит пафосно. Вов выглядит так, ну. Не знаю. Ну, блять, это, знаете, это похоже на. Как будто 12-летний школьник вот зашел в GTA 5 онлайн и вот такой: сейчас сделаю себе крутого персонажа. А в GTA 5 там кастомизация ёбальников, она уёбищная, типа. То есть ты не можешь в GTA 5 себе реально пафосного крутого персонажа сделать. И получается обычно что-то вот такое. Все, передумал. Ой! Извиняюсь, я не уверен, что я должен был это видеть, но ладно, извиняюсь. Да блять! Бля, нахуй отпишусь из всех новостных каналов в ТГС, блять, уже сколько можно нахуй? Бля, ну на самом деле без рофлов, трек вместе с клипом заиграл новыми красками, на самом деле. То есть сам по себе трек, мне, ну, я говорю, опять же, то есть мне не остается тем же по поводу конкретно трека, типа трек не совсем мое, что по текстовому составляющему, что по исполнению. По исполнению с точки зрения, ну, не знаю, как это правильно, типа рокерского, ну пизда-то, реально прикольно. Вот, но с клипом это прям интересно, пиздец, то есть прям интересно смотреть, круто. Типа, мне вот нравится, трек с клипом крутой. Хороший трек.